меня провалились штаны, я зашел их зашить. Вот сижу за шторкой, короче, плавка. Мне сказали сидеть за шторкой, не высовываться. И распугивать клиентов. Какой-то город. Я как ракета. Под горку ништяк. Короче, у меня педаль отпала. Пиздец, как это вообще-то? Что за хрень? Короче, у меня открутилась педаль. Заехал в мастерскую. Надеюсь, мне сейчас что-нибудь прикрутят. Я думаю, там ничего серьезного. Но, блин, в самую гору я ехал. Прикрутил гайку и намазал ее клеем. Сейчас вот еще цепь у меня зашивела. Вся цепь уже. В общем, через 10 минут у меня опять все отвалилось, потому что там нет шайбы гроверной. Интернета нет, потому что такой гроверной шайбы я им объяснить никак не могу. Короче, они меня опять хотят просто прикрутить и все. Это вообще не выход. Во втором сервисе мне поставили шайбочку обычно. Вроде вот пока еду. Иногда приходится ехать вот с такой скоростью. В горку. Опять деньги всем нужны, что за жизнь такая? Соорудил габаритный огонь, чтобы доехать все-таки до моря сегодня. Так это выглядит: пауэрбанк и сиомишный ночник лайдовский. Так, куда ехать дальше? В общем, я проехал 79 километров сегодня. Хотел доехать до моря. Но местные все спрашивали, куда я еду среди ночи, хотя я приделал габаритный огонь. Сказали, что туда ездить нельзя, что меня атакуют слоны, потому что там джангл зон. И, короче, очень опасно. Very dangerous. Вот, мне после того, как несколько человек так сказал, я все-таки им поверил. А отели здесь всего два. Оба дорогущие. И вот, собственно, какие-то вот такие стрёмные.
Ну ничего, зато тут есть вода и электричество. Как-то вот так все это выглядит. Ладно, пойду что-нибудь съем. Рассказываю, как вставить в такую розетку обычную русскую вилку. Берем шариковую ручку, берем из нее стержень, потом берем самую, соответственно, зарядку. Вот так втыкаем стержень сюда. Короче, вот должно все получиться. Вот. Вот и все воткнулось. Короче, сюда засовываем. Там открываются шторки. И вилка втыкается. Вот и все. Я остановился перекусить в кафе. Меня вот посадили возле телевизора. Далее вот это удивилось. В общем-то, вот эту дорогу могут переходить слоны. И на плакате сейчас было куча фоток разбитых машин и все такое. И чтобы, короче, все были предельно аккуратны здесь. В общем, вот там слоны. У них хобот, я вижу. Ладно, ребят, ходите. Остановился перекусить. Такая кафешечка. Прямо на территории заповедника. Все отгорожено такими натянутыми этими проводами. На населенный пункт небольшой. В общем-то, я ехал, запустил карту, интернета не было почти 2 дня. Я, кажется, почти приехал уже. Это мои друзья, мы тут едем, общаемся. Так веселее, когда рядом кто-то едет и задает кучу одинаковых вопросов. Вот оно море, я доехал наконец-то. Какой-то пролив. Я доехал до Лёхи. Лёха за это время подстригся. Вон он тут точит, короче, он все это время кушал, пока педали крутил. Вот, короче, в общем, все здорово здесь. Вот тут море. Сейчас попробую наехать на море. Давай же, ты сможешь сфокусироваться, ну. Ну, вот. Там море. Здесь Лёха. Лёха есть ракурс. Он здесь собирал. Вот, в общем, слава богу. Здесь даже есть связь Airtel, которой не было очень долго.